Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Кто ты? Это я, Сифилис. Я люблю тебя. Сифилис! Это моя женщина. Единственный, кому она достанется, это я! Почему я должна выбрать тебя? Потому что вы будете моей принцессой. Железная невеста, королевство Клитория. Ты отравил мою принцессу! Прекратите драться! Нет! Пожалуйста, послушайте меня! Сифилис, мы опоздаем на фильм! Бритни заболела, тебе надо сегодня на работу выйти. Не-не, Ларри, ты же знаешь, что у меня билеты на «Железную невесту». Мне плевать. Я этот фильм ждал я целый год. Слушаю. Ларри. Мне пофиг, мы дело. Чё? Чё как? Простите, я не смогу пойти. Что? Чувак, это вообще твоя идея была. Ты меня это платье заставил надеть. Простите, я понимаю. Слушайте, я сгоняю на работу, по-быстрому помою посуду и посмотрю фильм сразу после вас. И ты не заснешь. Обещаешь? Обещаю. Привет, бабуль. Ты вообще про меня забыл, а я хочу тебя увидеть. Окей, я скоро заеду. Я соскучилась. Люблю тебя. Увидимся. Фильм. Нет, 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 я пропустила его. Вечером его гляну. Все норм. Мы так рады, ребят, что вы сегодня к нам пришли. А как иначе? Спасибо. Да. Поговорим о концовке фильма. Да, терпеливо ждет свою добычу. Прямо как в фильме «Железная невеста» в конце. Спасибо, ребят. Другим новостям. Все обсуждают концовку «Железной...» А потом, когда невесту он взял и... Эй, ты смотрел фильм? Не, еще не успел. Ты еще не видел фильм? Не рассказывай. Брат, мне, не рассказывай. Просто сумасшествие, когда они умирали, у меня просто был шок, я чуть с ума не сошел. Привет, бабуль. О, привет, милый. Как прошел твой день? Нормально, нормально. Я должен был вчера посмотреть фильм с своими друзьями, но думаю, его сегодня гляну. О, что за фильм? А, «Железная невеста». Железная невеста. Ты еще не посмотрел «Железную невесту»? Нет, нет. Давай, я тебе расскажу все, что было. Не, не, не. Его убили. Его убили. Они просто его убили. Да я перескажу тебе фильм. Бро, о мой бог, бро. Бро. Не, 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 не. Нет, окей. Я просто не буду выходить. Никто не заспойлит мне его тут. Побуду несколько часов. Бро, фильм! Бро! Ты не поверишь, что там было в этом фильме! Нет! Надо вызвать скорую. Нет, фильм! Никто не узнает. Я просто спрячу тело, посмотрю фильм, а утром сдамся полиции. Стоять! Вы, сэр, белой маркой, руки вверх сейчас же! Не-не-не, после фильма. Пожалуйста, давайте после фильма! Лежать! Да! Да! Я там, где надо! Тут мне никто его не заспойлерит. Просто подожду пару лет, и его, наверное, уже выложат на Нетфликсе. Эй! У меня есть копия фильма. Хочешь его посмотреть? Да! Не. Нет! Давай я тебе лучше его заспойлерю. Не-не-не! Концовка там огонь! Замолчи! Знаешь, как там принцесса умерла?
это не страшно. Да! 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 Эй, отойди! Теперь она будет моей железной невестой. Нет! Хламидий! Нет! Она никогда не будет твоей принцессой. Нет, нет! Я не твоя принцесса. Нет! Эй, а перевел, озвучив виски. Ага.